Звоним в Мособлгаз узнать, когда они заявочку обработают. Еще до Нового года отправлял. Вы позвонили в акционерное общество «Мособлгаз». При запахе газа позвоните по номеру 112. Напоминаем, что самовольная перепланировка газифицированной квартиры опасна для жизни. Уточните, пожалуйста, вы обращаетесь как физическое или как юридическое лицо? Как физическое лицо. Пожалуйста, скажите, какой у вас вопрос? Хочу узнать статус запроса номер D-15104 на социальную газификацию. Социальная газификация – это газификация населенных пунктов региона без привлечения денежных средств жителей. Если ваш населенный пункт вошел в программу бесплатной газификации, строительство газопровода до границ участка будет проведено в соответствии с единым графиком социальной газификации по Московской области. Уточните, пожалуйста, что именно вас интересует, например, подача заявки на газификацию, критерии и условия включения в программу. Какие работы включает бесплатная газификация? Что делать, если вы уже подавали заявку на газификацию ранее? Кто выполнит работы внутри границ участка? Стоимость работ по проведению газа внутри границ участка. Соедините, пожалуйста, с оператором. Перевожу вас на оператора. Ожидайте. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Хотя бы примерно время ожидания сказали бы. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. В данный момент все специалисты заняты. Пожалуйста, оставайтесь. Алло. Алло. И завершили звонок. Зашибись. Вот так вот мы важны для этого монополиста, который стал акционерным обществом. Вот так вот. Не, понятно, что суббота, там 11:21, но странно, конечно. Спасибо за внимание.